Всем привет! С вами канал Art Mania. Сегодня Димочка делает обзор на конфеты из садика. Вот такие вот. Смотрите, какие они интересные. Давай покажем. Там олененок нарисован какой-то. Какой красивый. Давай тебе его открою сейчас. Как он открывается-то? Не так просто откроешь его, да? Вот так она открывается. Ну, тут ну нереально не порвать. Так, давай сейчас посмотрю я. Там еще и мешочки. Мешочечки все. Давай, на. Давай. Мешочки, да. Да. Подарок, кстати, очень такой тяжеловатый. Что, достанешь? Ну, ты ее переверни тогда. Зайка. Ой, что это? Ну-ка, показывай лицевой стороны. Вот, молодец, топленое молоко. Это что такое? Печенье Кукмастер. Кстати, таких я в магазине ни разу не видела у нас. А, и лазер. Да? Ой, ух ты, какие конфеты интересные, совсем другие. Такой кукер такой. Ого, я конфетки. Ага, шукатилась. Ну, что там? Это? Такой же маленький. Ну-ка. Давай. О, Маша и Медведь, смотри. Маша и Медведь, что это такое? Вафельки, ба, где они такие берут? Не знаю, такие вафельки берут. Не знаю, давай. Доставай, показывай нам. Ну-ка. О, какие конфетки интересные. И это что? О, еще одна такая же конфетка, да? И это что это? Ну, покажи лицевой стороной. Ну-ка. Где там? Коровка, по-моему, да? Да. Угу. Угу. Что там? Это что это? Ну покажи. Ты кому показываешь? Деду Морозу? А, какая-то конфетка тоже на волжские просторы похожа. Ты Деда Мороза угощаешь конфеткой? Конфетка я касаюсь. Покушал он? Ему понравилось? Поезд. Видите, что это? Ну-ка, показывай. Лицевой стороной. Ну, показывай. Не вижу я, ты рукой все загородил там. Другой стороной мне надо показывать. Вот как надо показывать. Что это? Кит-кат. Кит-кат. Я буду есть. Да, будешь кушать потом. Клади дальше, давай, что? Дальше. Я умею кушать. Угу. Батюшки, это что такое? Это не моя. Что там такое? Какая-то. Аккуратно там, Дед Мороз. Какая-то. Я такие первый раз вижу, честно, конфеты. Впервые вижу. Это цветок, у Бази цветок. Угу. Самое интересное, что понравятся вот конфетки. Ой. Такие. А потом их нигде не купишь в нашем городе, да? Да. 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 Муха это. Мошка там. Давай дальше. Да. Дима, не спи. Ну, еще одна такая. Мне кажется, это волжские просторы. Ну-ка, дай-ка. А, волжские зори. А, зори, оказывается. Волжские зори? Угу. Ну, что еще там? Это. Что это? Не знаю я. Я не знаю, что это такое. Что-то
что-то такое. Помятое, кстати. А, это на батон. А, это злаковый батончик. Ёлки. И здесь столько. Угу. И здесь столько. Сколько там? И здесь столько. Что-то у нас все кверх ногами. Не трогай, пока не открывай. Ты уже съел много. Дальше давай. Такая была уже где-то похожая. Спагатика. Вот это. О, какой. Приманка называется. Отсюда вижу интересные конфетки. Я тоже буду приманка. Да, я помню, как в детстве, когда мне такой дарили, я стала те конфеты, которые мне понравились, начала откладывать фантики. А потом искала их. В магазине их не было. Ух ты, какая там красивая конфетка. Самую лучшую конфетку Деду Морозу отдаешь. Ням-ням-ням-ням-ням. Кушает Дед Мороз, да? Дед Мороз тебе подарил конфеты, а ты его кормишь, да? Да. О, еще одно. Что, устал перебирать? Нет. Тяжелая эта работа. Перебирать конфеты, да? О, как ты много схватил. Коровка я вижу, Несквик. Еще какая-то. И еще какая-то, да? Какая-то, да? Да. Мы потом еще в конце вам покажем, какие там конфеты. Это что-то. Да. О, какая-то. Много. Это ух ты! А это что такое? А, это с пожеланиями, да? Да. Это с какими-то пожеланиями. Ей веревочку придел. Видишь, там дырочка сверху. Доска. Как елочная игрушка, да. Ее на елочку вешают. На свою елочку вешают. Угу. Такая да, там любовается. Что упало? А, ти. Ух ты, эй, что такое? Чек, что ли? Ну-ка. А, это какой-то там. Какой-то там. А, это вот чего. Я думаю, почему она по отдельности? А у кого-то. А. Инструкция по применению подарочной упаковки. Можно использовать как органайзер. Первое. Второе. Кормушки. Я, кстати, часто очень видела кормушки такие после Нового года. Или даже перед. Фоторамка можно использовать, да, еще можно внутрь положить что-нибудь, может быть, чтобы они держались. И третье, домик для любимых игрушек. То есть сразу прививают тому, чтобы не выбрасывали, не было там лишнего хлама, лишнего мусора. Это будет, да? Можно сразу использовать, какие варианты использования есть. А вы выбирайте сами. И тут перечисление, смотрите. Какой год, и все конфеты перечислены. Состав. Это всех конфет в общем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 я добавок. Офигеть. Так, а всего 31 изделие кондитерское. Да? Что еще там? Все? Все, что, посчитаем конфетки? Посчитаем. Давай. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. О, не обманули, молодцы. Но было бы, знаете, вот круто, если бы еще одну лишнюю положили.
У нас же в России народ такой, любит лишнее. Давайте с вами теперь посмотрим поближе, какие были конфетки. Ну, такую я не видела, честно. Наверное, конечно, собирается по всей России, из Москвы. Приманка крем-брюле. Коробка, что ли? Натинка. Натинка какая-то. Их, кстати, две было. Где-то. А вот она. Их две. Две такие. Такие вообще в первый раз вижу. Вот еще. Кофейная. А еще одна. Ну, конечно. Коробок, конечно, будет три. Куда без них такие какие-то. Ириски. А красивая какая упаковка, смотрите. Красивая. Тут тоже ириска. Будешь потом, да. Здесь какая-то необычная конфета двухслойная. Из таких... А, нет. Одна. Тут другая уже. Птичье волшебство. Две штуки. Ну, пожалуйста, еще коровки. Две. Риска. Парашютик, что ли? Ну, конечно, не совсем не те конфеты нашего детства. У меня в детстве была любимая конфетка облачко, что ли, она называлась. Еще одна коробка. Уже три целых. Батончик какой-то. Несквик. Баловство. Интересно, кстати, какая. Луческие зори. Киткат. Маковый. Что еще? Сливочное. Тут финики. Финик такой только один. И печеньку покажешь? Ой. Ну, печенька, ну как же без печенья? Еще было бы здорово сок положить. Ну, это, конечно, уже... Такую печеньку, кстати, тоже ни разу не видела. Это уже все больные. Конфеты я вижу впервые. Ну, кроме вот Несквика, вот этого вот. И Киткат. Напишите в комментариях. Ну, такие я еще видела, по-моему. Ну, не факт. По-моему, видела, да. Ну, такие еще видела. Все, остальные я первый раз вижу. Напишите в комментариях, продаются ли такие конфеты в вашем городе. В России или, может быть, за границей. И какие конкретно? Мне кажется, это просто из Москвы собрато. В Москве, может быть, там много разнообразия конфетного. Или в каком-нибудь Ашане, в больших гипермаркетах. Да? Вот так, Дима. Да, покушаешь тоже. Да, вот так Дима провел обзор. Скажи, ставьте лайки. Покажи лайки. Лайки, лайки, лайки. Скажи, поставьте мне обязательно лайки. Подписывайтесь, скажи. Подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мой следующий ролик. Не запомнил? Да, будем. Смотрите наш канал. Как называется канал наш? Артмания. Да. Пишите комментарии, скажи, мне будет очень приятно ваши комментарии. Приятно. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока. Пока. Пока, помаши ручкой. Пока-пока. Да ты сладкий мой. Да. Дима свои подарки пооткрывал. А тут мамина, не лази. А тут мамина, тоже сладкая вата у мамы. Все кисет, практически то же самое Дед Мороз подарил. Кроме халвы, по-моему. Чикапайка, это все мамина. Маме даже киндер подарил Дед Мороз. У мамы мешочек чуточку меньше. Да? Да. Дима, большой мешочек. Вот так вот. Да?